представлен новый официальный интернет-портал президента Беларуси. В основе сайта информация о текущей деятельности Александра Лукашенко. На главной странице в формате календаря пользователь может ознакомиться с самыми актуальными событиями рабочей недели главы государства. Кроме того, здесь будут размещены наиболее важные нормативные правовые акты, принимаемые президентом. Беларусь планирует в этом году увеличить поставки сельхозпродукции в страны ЕАЭС. Несмотря на пандемию, спрос на отечественные товары не падает. По прогнозам экспертов, экспорт молока, мяса, зерновых и других позиций должен вырасти более чем на 4% по сравнению с прошлым годом. Ожидаемая сумма превысит 6 миллиардов долларов. Аграрии открыли десятки новых рынков. Белорусские товары теперь покупают в Непале, Конго, Парагвае, Сомали. Беларусь и Россия увеличили частоту авиасообщения. С 9 февраля улететь из Минска в Москву можно 5 дней в неделю. Кроме рейсов по четвергам, субботам и воскресеньям, полеты по этому маршруту осуществляются также по вторникам и пятницам. Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное приглашение на зимние игры в Пекин. Они пройдут с 4 по 20 февраля 2022. Медали будут разыграны в 109 дисциплинах в 7 видах спорта. Талисман предстоящих олимпийских игр – панда. Пекин станет первым городом, который принимает и зимние, и летние состязания. Они, напомним, прошли здесь в 2008. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 9 февраля из-за сильных осадков и порывистого ветра. На большей части страны пройдет снег. Прогнозируется метель, на дорогах снежные заносы. На отдельных участках гололедица. Ветер ожидается восточный 5-10 метров в секунду с порывами до 14.